за вас. Мы поженимся и будем жить счастливо. У нас будет двое детей. Мы назовем их Ренатой и Ивариста. После нашего разговора я долго думал и решил, что недаром мы встретились в канун нового тысячелетия. Наверное, это судьба. Ты выйдешь за меня. Это похоже на сон. Я так мечтала это услышать. Просто мне даже не верится. Тим скажет, что я твоя девушка. Не боишься, что потом пожалеешь? Я в себе уверен. Ты хочешь уехать с нами в прекрасную страну под названием Аргентина? Как ты хочешь, чтобы тебя звали? Джорджи, как тебе? Ты не узнала меня, мама Лусинда? Джорджи, это Батата. Сынок, подумай дважды, потому что иногда из-за гордости люди упускают шанс быть счастливыми и проводят целую жизнь, раскаиваясь. Ты о Мона Лизе, папа? Она тебе по-прежнему нравится. Мона Лиза, клянусь, что больше никогда ни о чем не попрошу тебя. Выйди ко мне. Я кретин. Послушай, я глупо поведусь. А ты самая лучшая женщина на свете. Ты мой талисман, моя звезда, мой счастливый билет. Я без тебя ничто. Ты мое единственное. Хватит, Тайфун. Прекрати. Я твой. Душой, телом, сердцем, пока смерть не разлучит нас. Я точно знаю, любовь моя, что без тебя я погибну. Я уверен.